Губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел рабочую встречу с новым генеральным директором корпорации развития Зауралья Алексеем Матрёнинским и поставил перед ним задачи по привлечению инвесторов в регион. Алексей Матрёнинский сменил на посту гендиректора корпорации развития Зауралья Алексея Чуева, который назначен главой региона, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курганской области. Как отметил заместитель губернатора, директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин, у Алексея Матрёнинского есть значительный опыт работы с финансовыми ресурсами. Многие годы он работал в банковской сфере. Алексей Кокорин отметил, что от корпорации развития Зауралья зависит очень многое. Самое важное – привлечение инвесторов в регион. Необходимо на должном уровне оказывать поддержку в реализации инвестиционных проектов, используя как уже имеющийся опыт, так и новые наработки.